Здравствуйте, дорогие друзья. Окно это самый худший вариант для выращивания рассады любых растений. Но в большинстве своем у нас нет другого выбора. Но сегодня я вам расскажу свои мысли о стеллаже. Ладно, не урчи, сейчас разберемся. Если у вас есть отдельное место, потому что в спальне размещать стеллаж я, честно говоря, не рекомендую, так как испарение от грунта, от удобрений все равно будут попадать в воздух и ну, неприятно это, а во многих случаях даже и может быть опасно. Потому что появился какой-то мерзотный запах. Вот честно, себя не нужно отравить. Два дня это, вот, грубо говоря, головные боли. И из чего же сделать нам стеллаж? Ну, давайте начнем с того, что самый распространенный вариант это, конечно же, деревянный. Второй это металлический. Ну и третий сейчас, который набирает обороты, это пластиковые всевозможные из труб. И я тоже этим занимался. Страдал, когда. Но я пришел к выводу, что стеллаж должен быть металлический полки должны иметь возможность перестановки выше или ниже, потому что сегодня вы выращиваете петунию, а нет, компактные небольшие растения, а завтра вы захотите выращивать растения полного цикла, да даже не завтра, а вот зимний период, если вам это все дело близко то, соответственно, он что будет у вас простаивать, место занимать этот стеллаж. Тем более, скорее всего, вы прикупите хорошие, правильные фитолампы, мощные. Что касается мощности электроосвещения, то рассчитываем от 70 ватт светодиодной мощности на квадратный метр. Это для выращивания рассады подойдет идеально. Для растений и выращивания полного цикла лучше ориентироваться 100-120 ватт на квадратный метр. Вот такие вот огурчики произрастают у меня. Оставил пока все, не знаю, как они будут развиваться, возможно, буду удалять. Мой стеллаж размер полки 600 на полтора метра, это как раз 0,9 метра. То есть рассчитывать нужно из того, что на такую площадь не менее 70 ватт электрической мощности светодиодных светильников. Но они все обладают разной как бы, световой мощностью, которую вы сможете замерить при помощи простого своего телефона, установив какое-либо бесплатное приложение. Давайте померяем, какую световую мощность дают эти фито лампы вот смотрите если просто солнечный свет через окна в пасмурный день дает 650 где-то 610 люкс а под лампой у меня сразу выходит около 10 тысяч вот здесь вот. но с приближением видите да что если добавится на 20 сантиметров то получается примерно уже под 20 тысяч люкс видите я поворачиваю ни фига не получается Понятно, что показатели будут достаточно приблизительные, но все равно оценить вы это сможете. Вот, например, в солнечную погоду солнышко выдает, там зашкаливает всегда приборчики, 100 тысяч люкс. Сами понимаете, что добиться такими лампами этого практически нереально. Ну, в целесообразных нормах имеется в виду электрическая мощность будет просто колоссальная для получения таких параметров. Для рассады достаточно 20 тысяч люкс. Для полного цикла лучше, конечно же, приблизиться к 30 тысячам люкс. И помните, что от расстояния очень сильно падает цветовая мощность. Поэтому вот здесь будет у нас, у меня точнее, 30 тысяч люкс, а вот здесь уже будет всего 15 тысяч люкс. Поэтому нижние листики будут потихонечку отмирать. Но это нормально. Вот таким вот образом у меня устроено сейчас электроснабжение, установлен. Тройник такой большой, мощный, с выключателем. Два таймера отдельно. И при, при, напрямую, на постоянку, включена верхняя полка. Где у меня растет салатик и... Петунька, ну, рассадная часть. Как я в некоторых роликах своих и говорил, таймеры ставим на все полки, на каждую полку свой таймер. Не нужно жалеть вот эти вот, потому что нагрузка будет большая. И столкнулся сегодня конкретно с такой проблемой, что, что вот эта вилка была вот сюда. И я ее зажал, и она не прокручивалась. То есть на таймер была дополнительная нагрузка, и он работал неправильно. А можно сказать, просто не работал. Ну а теперь самое интересное, какую же сделать высоту между полками? Например, у меня сначала была идея в том, чтобы сэкономить немножечко и сделать э, как бы пространство 4 вместо 3. Потому что на 4 полках это стандартная комплектация всех стеллажей практически. Вот на таких получается 3 проема всего. Но я сделать решил 4. То есть приподнял нижний лист и, соответственно, получил 4 секции для выращивания. Но! Во-первых, нижняя очень холодная, потому что у меня пол здесь холодный. Если вы это поставите в помещение с теплым полом, там наоборот будет перегрев. Но, кстати, на, как раз если теплый пол, и он у вас правильно отрегулирован, у вас, наверное, там получится сделать рассадничек для проращивания семян. Но помните, это не жилое помещение. Пол должен быть плитка, потому что вода все равно будет попадать. И любые деревянные покрытия это будет разрушать в любом случае. Если вы застелите все это пленочкой под какой-нибудь утеплитель, то деревянное покрытие будет разрушаться еще быстрее за счет парничкового эффекта. Влага, там все равно будет образовываться, и, соответственно, гниение пойдет отслоение лака, покрытие какого-то. И, соответственно, быстренько-быстренько это придет в негодность. То есть 2-3 месяца и вы свой пол можете не узнать. Поэтому керамическое покрытие в данном случае может вас спасти очень от частых проблем, которые возникают. Но я что-то отвлекся, как всегда. Итак, я сначала сделал верхнюю полочку 400 мм, но не учел вообще вот высоту этих ламп. Это раз. И высоту этих горшочков. Я у себя применяю вот такие емкости. Это для меня стандартный размер. 14 см, 9 на 9, 0,8 литра. Они очень удобные. На такой поддон их входит 24 штучки. То есть 4 на 24 получается практически 100 кассет у меня таких Кассета из стоячей ячеек на вот этой вот огромной полке помещается. На две лампы вот эти мощностью 130 ватт, две штучки, то есть по 75 ватт каждая. И, кстати, давайте про лампы чуть-чуть попозже я расскажу. И я совершил большую ошибку, я не учел высоту вот этой вот стакана высоту ламп, а это 14 сантиметров, здесь практически 10 сантиметров, и если я максимально даже подниму, то это будет 24 сантиметра уже, плюс само растение, томат это 15-20 сантиметров, это еще не очень большой, то есть сами посчитайте, 14 еще 15-20 сантиметров, это 30-40 сантиметров, у вас только растение 10 сантиметров на лампы и на расстояние, то есть идеально, вот если разобрать по растениям, по классификации растений, давайте по-другому немножечко я зайду с другой стороны, если, допустим, вы выращиваете низкорослое что-то, ту же самую петунью, она у вас будет ну, максимально там 15-20 сантиметров высоты. Емкость для петуньи можно использовать пониже 0,5 литра, вот такую вот, она будет тоже ниже, то есть, соответственно, для петуний, на мой взгляд, высота стеллажа должна быть примерно 600 мм. Это идеально. То есть для петуни лучше использовать высоту между полками 500-600 мм для выращивания томатов и перца рассады лучше использовать высоту где-то начиная с 700 мм и до 800 ну, вот это будет оптимально 800 мм на мой взгляд если вы предусмотрите регулирование высоты вот этих вот цепей ну это может быть какие-то другие либо лампы у вас регулируемой мощностью то, соответственно, вы спокойно сможете и регулировать световой поток, не поднимая лампы, либо опуская и поднимая лампы. То есть два варианта. Кстати, дорогие друзья, если у вас на полке растут разноплановые растения, то, соответственно, можно часть из них поставить на какие-то возвышение. Я использую неиспользуемые пока кассеты и спокойненько выровню разные виды растений между собой, томатики, петунью и так далее. Если же вы хотите сделать себе растение, выращивать у полного цикла, то нужно ориентироваться на метр, метр, метр двадцать. Тогда да, вы сможете спокойненько здесь выращивать и те же самые розы. Вот у меня растет розочка та, которую я на е, Прекрасно себя чувствует, света ей, судя по всему, хватает. То есть роза в горшке у меня уже практически упирается тут 10 сантиметров. Если она подрастет, а она подрастет за месяц вот минимум на такую высоту, даже если я ее буду прищипывать, соответственно, она уже опять упрется в лампы. Поэтому лучше иметь стеллаж, который имеет возможность регулировать полки. Но вот говорю, вот напихивать много полочек смысла нет никакого. Единственный вариант, как некоторые предлагали, я видел это на просторах интернета, сделать как бы съемные полки временные. Но это нужно будет куда-то уносить, когда она будет подрастать. И, соответственно, ламп будет больше. Но если вы хотите выделить себе раз и навсегда практически вот это место где-то, где-то у вас там на веранде, где-то у вас там в темном коридоре с вытяжкой. Желательно, чтобы это было все с вытяжкой или вообще стоять вентиляторы. А на второй год вы уже поймете, хватает вам этого стеллажа или не хватает. Просто мания вот этого насадить побольше, а потом таскаться с этой Рассады неизвестно куда, раздавать там всем подряд, да, запас нужен, но нужно головой же думать, сколько ты сможешь окучить, ведь каждое растение надо хотя бы вот по минутке в день отдавать и в дальнейшем больше, те же самые томаты, перцы, баклажаны, та же самая петуния, это надо каждый горшочек хотя бы полить, понимаете, просто полить необходимо. И, соответственно, высаживают люди по тысяче петуней. Нет, когда это у вас бизнес, да, я согласен, это хорошо. Это все правильно. Но ну, там уже и масштабы совсем другие. Я размышляю с точки зрения простого садовода-огородника, который ну, имеет два выходных. И чтобы не убиться там, вы должны просто взять и записать в тетрадке. Вот в любой момент, прямо сейчас заведите, сколько вам нужно корней. Томата, перца, баклажан. Того же самого базилика посадить, там, петуньи, сал, ну, вот всю вот эту требуху луков, чтобы просто не тратить, во-первых, лишнюю энергию, которую вы, свои силы, свое время, это ваше время. Единственное, то, что у нас есть, как говорится, это время, которое утекает сквозь пальцы, как песок. Поэтому. Размеряем вот эти вот свои потребности, свои необходимые вещи, с тем, что вы хоти, мы хотим вырастить. Ведь поймите, чем вы лучше вырастите рассаду, тем вы больше и раньше получите. Самое главное, раньше получите урожай. И он будет, если вы приложите к этому некоторые усилия, и он будет более ранний, более вкусный, более здоровый, более полезный. И, соответственно, с меньшими затратами времени и сил от вас. Поэтому, дорогие друзья, планирование – это единственный способ снизить затраты. А крестьянский труд, он никогда не был, прям уж так сказать, легким. А в этом году, вы помните, у меня идет, как говорится, испытание биологических природных методов. Я уже вон прикупил всякое мутафение хорошее, нужное и микориза, и там супер-пупер биозащиту. Но об этом я расскажу в отдельном ролике. Сегодня все-таки про стеллажи. Мне кажется, я уже много чего наговорил. Давайте повторимся. Вот такие вот у меня полочки. 600 на полтора метра. Расстояние между ними 70 сантиметров. Установлены по две пока фито. лампы мощные достаточно. Но, скорее всего, я буду убирать по одной. Пока у меня до этого руки не дошли. Но скоро дойдут. Ничего страшного. Таймеры у меня установлены сейчас на каждые две. И обратите внимание, есть такой маленький-маленький нюанс о том, что вот эту розетку они вот и хотят тут вот пять штук под вилку, а влезло всего два таймера. Третий, ну, с трудом, конечно же, можно воткнуть. Поэтому, когда вы покупаете, выбираете какие-то розетки, Смотрите тройники вот эти все, чтобы у вас таймеры могли сюда быть установлены. Иначе вы купили, а толку от этого никакого нет. Вот в пятирозеточную конструкцию я могу три таймера воткнуть. Первое, что нужно учитывать при размещении стеллажа, нежилое помещение. Окно это плохой вариант. Третье. Металл лучше, чем дерево, в связи с тем, что вы, во-первых, здесь можете полки спокойнее переставлять, даже вот на таком вот. То есть это одну полку переставить примерно займет 10 минут, если у вас есть подход со всех сторон. Ну, его можно вытащить куда-то, где вы сможете подойти с каждой стороны. И при помощи шуруповерт за 10 минут одну полочку спокойно переставить. Но не нагруженную. Я пробовал, я переделывал, когда нагруженную очень проблематично. Поэтому металл лучше он моется. Во-первых, вы там, мало ли у вас там паутины клещ заведется ведется в дереве, вы его никак не протравите. Ну, то есть надо будет протравливать, грубо говоря, промазывать какими-то химикатами, потому что вот в этих всех трещинках все равно может завестись какая-то нечисть, гадость. Либо травить дома, ну, сами понимаете, дома травить не очень хорошая идея. Если, кстати, у вас занялась мошка или что-то подобное, вот, рекомендую, у меня всегда, вот он есть, в запасе, еще один тюбик есть в запасе, три дня мошки нету точно. Вот я никаких ничем не пролил, потому что не купил еще в то время, а мошка у меня из компоста завелась. Три дня постояла, благо помещение нежилое, все замечательно. То есть, соответственно, нежилое помещение, металл, высоту выбирайте сами. Я вот использую для себя вот такую вот икеевскую табуретку, потому что... Вот такую вот икеевскую табуретку, потому что до верхнего ящика я как бы до верхнего этажа я не достаю, и мне приходится вставать на ступенечки. На верхнем ящике у меня расстояние, размер, немножечко поменьше, чем здесь просто не хватило немножечко. Снизу я сделал хранение для ящиков и помойки всякой. Ну, это нужно, нужно, потому что куда-то сложить что-то нужно. И, соответственно, давайте перейдем к теме ламп. Я уже поверхностно вам сказал о том, что мощность на метр квадратный рассчитывайте от 70 ватт электрической мощности, замеренной, вот, например, вот таким вот любым ваттметром. Вы можете просто любую лампу взять и померить, потому что на той же самой светофоровской лампе пишут 45 ватт, а на деле выдает она 3 36 ватт и соответственно сила света мощность та которая она дает растениям и ну туда куда светит она немножечко меньше чем в таких лампах ну раза в два примерно поэтому их надо еще в два раза больше то есть на окно я стоял две лампы 35 ватт это сатой 36 ватт это 72 ватта на метр ширины и 40 сантиметров глубины, то есть меньше, чем на 0,5 метра. То есть, соответственно, если вы выбираете настоящие нормальные фитолампы, а то некоторые блогеры, я видел, я удивился, если честно, предлагают вот на таких стеллажах использовать лампы по 8 ватт. Ну, честно. Очень такое заявление громогласно сделанное. Не знаю, может, дорогу перешел кто-то. Но не суть важная это к делу не относится. Я рассказываю в своих видео лично свой опыт, лично как у меня что вырастает. Вот это у меня растут огурчики, которые мне делали замечание, что они очень не очень хорошо выглядят. И я их вот сейчас опять опрыскаю моим любимым опрыскивателем, потому что они очень быстро здесь суховато получаются, и они очень быстро заветриваются. У меня на канале есть ролик про электробезопасность, в котором я настоятельно рекомендую не заниматься такими опрыскиваниями с включенными лампами любого производителя. Вода и электричество это не очень хорошие союзники, хотел сказать. Нет, это не союзники, это наоборот вещи, которые могут привести к небольшим поражениям электрическим током. Розеточка должна быть у вас обязательно подключена либо через диф автомат либо через УЗО. Вне зависимости, там двухконтактная у вас розетка или трехконтактная. При утечках все равно это вам поможет и может спасти вам жизнь. Потому что даже если электричество вас не убьет, а стоя на табуреточке, где-то вон там лазит, когда вас тряханет немножечко, это очень не очень хорошо что еще вам рассказать пишите задавайте вопросы в комментариях я постараюсь на них ответить и это будет опять темой для очередного моего видео потому что что-то я вижу мне это понятно а вы задавая вопросы наводите меня на новые сюжеты для видео выпусков которые у меня выходят практически каждый день и в завершении этого выпуска я хочу пожелать вам здоровья а все остальное приложится и поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео вам было чуть-чуть полезно хотя бы или чуть-чуть интересно. Спасибо, до свидания.